Алоха, с вами Алекс Ли, звезда Переполоха. И сегодня у нас с вами новое видео, которое, как вы уже поняли, будет про улиток. Сегодня они у меня будут купаться. Я покажу их домики, всю их красоту, как у них там мило, красиво и прекрасно. Там у них мох, торф, вы обязательно все увидите. И вы только посмотрите на эту красавицу, я просто не могу. Сегодня со мной снимается Ретик. Вот такой вот замечательный, вот так можно показать. И Тигрик. Вот такие вот красавцы. Поэтому досматривайте это видео до конца. Я уверена, что оно вам понравится. Вот так купаются мои малыши. Вот, не подумайте, что это у меня такая чистая вода. Это раствор ромашки. Посмотрите только. Красавцы. Я не могу. Вы только посмотрите, какие лапочки. Вот. Что вот этот испанцер, я не знаю, честное слово. Так, давайте по порядку. Это мои имочки. Здесь улетят нет, это только мои взрослые улитки. Так, это Ретик. Здесь кто это? Это значит альбинос Фулики. Это тоже имочка. Вот они, два моих шикарнейших просто тигра. Вот боятся они, конечно. Это их грязь, и здесь купаются мои, это, короче, не растушки, фулики, вот они. Мне было их очень жаль, там замораживать или что-то еще, а продавать их не могу. Это брак, поэтому я их оставила себе. Вот. И это у меня лимикалярии. Вот. Караколусов я не купаю, они там в контейнере у себя сидят, и все. Вот. Ой, ну это просто вообще, посмотрите. Посмотрите на эти морды. Ну красота же. Пишите в комментариях, у кого тоже есть улитки. И сколько у вас? У меня, моих взрослых, включая лимикалярий и караколусов, 19. То есть это те, которых я не продаю, которые всегда живут у меня. И у меня еще осталось 3 улетенка Ретика и 3 улетенка Фулики. И что там еще? И очень-очень много улетят и макулят. Вот такие вот. Раствор ромашки я делаю очень просто. Просто беру водичку, кипяток и им заливаю сушеную ромашку. Я ее покупаю в аптеке. Собственно, она у меня там настаивается минут 10-15, и все. А посмотрите, как это шикарно, боже мой. Это ж просто вообще... Не знаю, я обожаю своих улиток. Вот. Это мои тигрики. Наконец-то я могу вам их нормально показать. В контейнерах у всех я убираюсь 3 дня, потому что они очень большие, там очень много всего нужно сделать, и это очень тяжело. Особенно контейнер на 53 литра, его просто нереально мыть. Так, что у нас здесь? Мои малявочки полезли уже куда-то. Так. Вот, лимикалярии, они не особо, конечно, им нравятся. Но ромашка это полезно, поэтому вреда, по крайней мере, точно не будет. Вот. Я им просто налила в такую неглубокую штучку. Водичку и все, в такой контейнер, потому что здесь, я боюсь, они у меня потонут. Вот. Ну, красота же вообще. Давайте на них покапаем немножко водички. А то, видите, паровозиком друг на друга заползли. Я вам покажу еще, что сейчас у них в контейнерах, потому что еще, что я сделала еще. Я купила контейнер отдельно для улетят, и там сейчас у меня сидят 3 улетенка Фулик и Имки, тоже улетят. Он на 32, по-моему, литра, или на 34, ну что такое, вот. Во. Это так красиво, я обожаю улиток. Но на этом, я думаю, я пока остановлюсь, вот. Новых видов мне не нужно, теперь я вдалась в растения, да. Еще ждите видео про суккуленты. Я его обязательно сниму, потому что я купила семена просто нереальных суккулентов. И вы тоже это посмотрите, как я их буду сажать.
Вот поползла она же куда-то. Вот так я сейчас снимаю, вот так, оп, оп, и сюда сажу. Вот, вот у этих такая слизь, ее просто от рук не отмыть. Вообще ужас просто, какие они слизнявые. Вот, так что у нас здесь? Здесь у нас поцелуи. Вот. Все грязные они сейчас. Их еще нужно будет потом ополоснуть, прежде чем сажать в контейнеры. Вот. Так, здесь купаются. Вот такие вот у меня малыши. И всего у меня получается сколько? 5 видов. Классные. Перед тем, как их сюда сажать в ванну, я ее помыла просто с хозяйственным мылом. И с какой там химией, со всякими вот этими штуками сыпучими ванну мыть нельзя. А контейнеры я сейчас мою просто обычной водой с губкой. Раньше я их мыла мылом, но это занимает еще больше времени. Просто нереально много, поэтому я сейчас мою просто водой, и они прекрасно у меня отмываются с помощью обычной губки. О. Нет, ну красота же. Вот эти вот вообще самые активные у меня. Вот даже не боится, смотрите. Ручная улитка. Класс. О, смотрите, дыхальцы. Вот если сюда попадет вода, то улитка умрет, потому что она, так сказать, утонет. А вот, вот, кстати, нога тигриков. Вы просто посмотрите на эту невероятную ногу. У других улиток такого нет. Вот, так, что у нас в контейнере происходит? О, поползли, поползли. Алими-калярии все сидят и сидят. Не любят они, короче, у меня купаться. Вот. Но не переживайте, здесь там воды очень мало, поэтому на 100% им в дыхальце не попадет. И тигрики. Вот. Переходите, кстати, по ссылке в описании в мой магазин в Инстаграме. Там я продаю улиток и товары для них. И также можете, в принципе, найти меня на Авито. Вот, тем более, кто рубцовские, обязательно приходите за имочками, потому что их очень много. Вот. А ретики остались там с трещинами, сколами небольшими. Вот, улетят там. Всех остальных я уже продала. Вот, любят они, в общем, у меня вот так вот друг на друга позалезать. Во какие. Я не знаю, что вот у этой за пятна. Откуда они вообще взялись? Я написала в группу улитководов, скажем так. Вот, и там мне сказали, что это могут быть укусы, поэтому... Ну, в принципе, это не смертельно вообще. Они у нее очень давно уже, поэтому если у кого-то так будет, не переживайте. Не помрет. Вот. Красота. Так, ну что, я думаю, их уже можно, в принципе, отсюда доставать и пересаживать в контейнер, потому что они купаются здесь уже практически 10 минут. Вот, я думаю, что хватит. Давайте сейчас еще раз их вот так напоследок. Кстати, если что, я вот это все, вот эту всю грязь смывать не буду. Я как-то попытаюсь это выловить, потому что один раз в детстве, знаете, как забила трубу. Я туда песок сыпала. Вот. Вот такие вот. Потом ванну, кстати, довольно сложно после них отмыть, потому что это слизи очень много. Так, что тут у меня так сидишь странно? А, нет, все нормально. Вот такая вот лимикалярия. Не фокусируется. Блин, я сейчас не могу второй рукой фокус. Вот она. Вот такая зайка.
А караколосик у меня сидят там в контейнере. Все, поливаю их еще раз. И все. Это контейнер моих этих вредиков. Самый огромный, самый сложный в мытье. Вот, я его только недавно помыла. Вот, и здесь улитятки. Видите, какие у них ракушки? Но они еще вырастут очень сильно, и поэтому это все будет внизу и не так сильно заметно. Вот. Такая вот красавица. Вот, три улитенка всего лишь осталось. И сейчас уже буду пересаживать сюда взрослых. Так, достала я уже этих ретиков своих. И пересаживаю их в контейнер. Вот так вот. Так, теперь я пересаживаю всех своих малявок. Вот он у меня контейнер для фулик. Так, собственно, вот она, нерастушка фулика. Ну, они были еще меньше, конечно. Сейчас они еще подросли немножко. Вот. Так, и вторая. Оп, все. Так, вот он, контейнер моих каракулусов и лимикалярии. Вот здесь тоже все убрано, все красиво. Вот они, мои каракулусики. И вот еще один здесь сидит. Во. Так, и теперь я перекладываю сюда моих лимикалярий. Это, так как они древесные, это вот у них такая палочка лежит. Это палочка сливы. Так, и последнюю улитку. Оп, все. И теперь этот контейнер закрываем и приступаем к следующим. У меня их вот так вот. А вот и мой контейнер с малышами. Вот я его купила наконец-то. Так, открываем. Кто же у нас здесь? Вот малыши фулик. Здесь тоже все чисто, красиво. Ой, это малыши имок. Вон фулика сидит там. Вот красота. Еды у них сейчас нет, потому что она вся убрана. Я ее вечером только кладу. О, смотрите, какие малявочки. Вот, смотрите. Вот такие вот малявочки. То есть сравните мой ноготь и ее. Всё. А вот и приехали мои тигрики. Вот так вот выглядит их контейнер. Он на 12 литров. Им этого хватает, потому что вот у них здесь ни шрамов, ни сколов, ничего. Просто все идеально. Оп. И пересаживаю. Там осталось уже... Ай, сломала. Блин, ребятки, я сломала немножко. Ну ладно, что поделать. Прирост. Вот. Когда будут дети у этих улетят, прям я их буду все оставлять, потому что они будут просто отличные. Гены у них просто супер. Вот такие вот солнышки у меня есть. Фулики. Вот он, их контейнер. Вот это два одинаковые. Так, пересаживаю. Они уже больше не растут. Вот. Они максимум, по-моему, 8 сантиметров только вырастают. Но зато плодятся, знаете, как хорошо вообще прям. Без проблем просто. Так, ай, я не могу тебя отлепить. Оп, отлепляю. И пересаживаю. Сейчас я еще буду сбрызгивать вот это вот все, потому что что-то у них как-то суховато. Все, наконец-то я заканчиваю последние мои улитки. Вот они, мои нерастушки здесь уже сидят. И досаживаю вот этих. У меня в этом контейнере на 18 литров сидит, получается, 6 улиток. Вот, но мне кажется, что это вполне нормально, потому что они небольшие. Вот, они вот такие малявочки, особенно эти. То есть им здесь место нормально. И все. И сбрызгиваю теперь их вот так вот. Потому что у них здесь реально сухо. Вот так стенки все. Оп, оп, оп.
Вот одной рукой просто это максимально делать неудобно. Вот. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И всем пока-пока!